Спрадвеку веков, сего и давнины, усе наши продки от звычайного земляроба до князя были язычниками. Яны приносили ахвяры каменным идолам, обагавляли природные стихии, молились Вялесу да Перуну. Але все изменилось в 10-м стагодзе. С христианством жыхары Усходней Европы сутукнулися еще у 7-м стагодзе подчас походов у земли Византийской империи. Але первые миссионеры з'явилися на белорусских землях только на 200 годов позднее. Исландская сага про хрышчення апавядае про Торвальда Вандроўніка, які ў 10-м стагоддзі проповедовал грецкую веру на полацких землях. 988 год стал кропкой адліку беларускага християнства. Выбор великого князя Уладзіміра на карысць новой религии был невыпадковы. На той час большая частка Европы была уже християнской. Тому только гэтая вера дозволяла славянским землям увайсти у европейский контекст. Важным аргументом на корысть монотеистичной религии была и отповедность новому феодальному ладу. Один бог, один князь – эта сувязь укладалася у светоусприманне простого люду. С вандровки в Константинополь Уладзімір вернулся с 4 епископами. Першими хрестилися сам князь и ягоная дружина. Праз 5 месяцев грецкую веру приняли и жыхары Киева. Собралося народу великое множество, вошли в воду и стояли там, покуль святары читали молитвы. Так занотовано у летописи про хрещение киевлян. Для проширения новой веры Уладзімір посылае своих сынов у головные города усходнеславянского свету, у тым ліку у Полоцк и Тур. На белорусских землях христианство распавсюджвалося без серьезных перешкодов. Але не обыходилося и без примусу. Летопись згадывая падання про каменные крыжи, что приплыли из Киева у Туров, и вода у раце почервонела от крыви. Это дает подставы стверджать, что один из старожитных белорусских городов оказал сопротивление посланцам Уладзімира и не позбег жорсткого покарання. За принятие христианства на усходней славянских землях Уладзімір был канонизованы православной церквой. И это при том, что менавіта гэты князь за 13 годов до своего визиту у Константинополь знищил Полоцк, забил Рахвалода, ягоную жонку, двух сынов, а дочку Рахвалода, Рагнеду, гвалтом примусил побраться с собой шлюбом. Принятие новой веры растягнулося на белорусских землях на несколько стагоддзяў. Долгий час христианство было только внешней формальностью и было вымушено пристосовываться до паганских перажитков. Нездарма фактично все основные христианские урочистости накладаются на народные святы. Вышейшие колы грамадства переходили в христианство довольно хутко. Сведчанем гэта может стать побудова усеславам чародеям Полоцкого Софийского собору уже в середине 11-го стагоддзя. Просты ж люд еще долго поклонялся паганским идолам. Распаўсюджанне христианства было тесно связано с поширением освяты. Менавіта для религийных потребов у богослужениях, написания литургичных текстов на белорусских землях возникает письменность. Кирилица, славянская азбука, распрацаванная на основе грецкого письма болгарскими осветниками Кириллом и Мефодием. Найстаражитнейшая рукописная книга, что захавалася до нашего часу, Туровская Евангелие, датуется 11-м стагоддзем. До одних из первых помников письменництва на белорусских землях относятся и так званые Борисовы камяни. Это великие валуны с именем полоцкого князя Бориса и выбитым крыжем. «Боже, да поможи рабу своему, Борису», значилось на их.
По Навальной религии христианство становится только в 12-13 стагоддях. До этого часу оно існуе побач с паганскими верованиями. Это стало подставой для веротерпимости, религийной толерантности белорусского народа. Принятие новой религии, проникнение узоров византийской культуры дозволило белорусским землям выйти на агульноевропейскую сцену. Поширение письменности сприяло развитию летописания в буйных городах. Это дозволяет нам зазернуть у минувщину нашей родимы, асэнсаваць далёкія старонкі пакручыстага шляху яе гісторыі.